В центре Темиртау «Мерседес» врезался в припаркованное такси и убил водителя. Трагедия произошла вчера в 2 часа ночи на улице Мангельде. Водитель иномарки врезался в автомобиль, припаркованный у офиса такси «МИГ», сообщает bnews.kz. Авария произошла в 2 часа ночи у офиса городского такси «МИГ», который расположен в центре Темиртау. В одной из припаркованных к зданию фирмы такси находился 31-летний водитель Денис Елисеев. «Мерседес», который врезался в его девятку, летел по городской трассе на большой скорости. От сильного удара машину Елисеева стукнуло об столб. Отлетев, девятка повредила рядом стоящий автомобиль «Ауди». По словам диспетчеров, они сразу выбежали из офиса и бросились вместе с подъехавшими таксистами спасать водителя. А человек, который находился в «Мерседесе», был явно пьян. Позже приехали полицейские и скорая помощь. Пострадавшего водителя такси доставили в реанимацию городской больницы номер 3 с разрывом селезенки. Пострадавшего водителя прооперировали, однако вчера таксист скончался. У него осталось двое несовершеннолетних детей.